Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет с вами видео о пересадке эхеверий. Решила я пересадить одну красавицу, которая уже замученная-призамученная, все лето просидела. Вы не поверите, это из рубрики «Вы не поверите» в торфяном грунте. Это просто, конечно, жесть. Она действительно у меня очень замученная, но сейчас все по порядку. Сейчас немножечко расскажу о том, что... Какая сейчас погода на улице? Ветер сильный, очень сильный ветер. Вроде тепло, но такие вот эти ужасные ветра, они выдувают почву буквально за сутки, за двое. Поливать сейчас с осторожностью, изредка поливаю. Вот я помню, поливала, ну, дня, наверное, 4 назад я поливала все эхеверии и посмотрела сегодня. Посмотрите, что творится. Просто вот как мочалки. До такой степени они иссушены. Причем я помню, что я лила под это растение очень много воды. Вот. И в итоге что? В итоге вот она сейчас уже повесила уши. То есть ветер настолько выдувает почву, что и холод. Вот холод, он тоже очень, очень воздействует на испарение влаги. Казалось бы, в холоде вообще нет испарения, но при присутствии ветра этот процесс очень-очень быстрый. Вынула ее из земли, из ящика, чтобы посмотреть, может быть, она там загнила. Да нет, не загнила, все там с ней нормально. Земля аж шуршит. Вот горшок жмешь, и он аж хрустит весь. От того, что вот земля даже ссыпается из дренажных отверстий. Настолько там все пересушено. Это просто ужас. Ой, ну, в общем, сейчас я ее полью. Смотрите, как низко солнце. В это время летом на полках солнце было постоянно. То есть самые мощные лучи были вот именно в это время. Сейчас солнце опустилось за березу. И на растение сейчас вот в это время, в эти часы практически не попадает солнце. Эх, осень, как не хочется. Я сегодня решила пересадить еще помимо эхеверии, ну не знаю, покажу вам этот процесс или нет, решила пока пересадить еще и несколько красул у меня, вот таких красул Беркли, решила пересадить их в отдельный горшок. Почему? Потому что скоро я переезжаю с растениями на полки, и места мало, и чтобы вот сэкономить место, я решила посадить эти три растения в один горшок. Дело в том, что у вот этих красул очень маленькая корневая система, и им прекрасно будет в том горшочке, в какой я их планирую посадить. А также я хочу еще пересадить вот этот телекодон бухгольца. У него очень интересная история. Я их заказывала, не помню когда, но, наверное, может быть, в июне даже. В общем, все хорошенькие раскупили. Да что ж, нет резкости вообще. Мало того, солнца нет, еще и резкости нет. Все хорошенькие раскупили вот эти растения. Одно я посадила себе. Вот оно. А вот это чудо. По нему несколько раз прошастала белка. Потом я своими рученьками из золотой жопоньки тоже снесла ему несколько побегов. В завершении ко всему он упал, и от него отлетели последние побеги. Вот тут вот много было, вот видите, места кружочки, это здесь были побеги. И вот макушка у него тоже снесена. Но, как ни странно, знаете, вот посмотрите, сколько здесь земли, что значит любовь к жизни. Суккуленты, конечно, удивительное растение. Вот смотрите, это здесь торф. Пол горшочка торфа, вот в том торфе, в котором они приходили. То есть все лето он простоял в этом торфе. Но дело в том, что у телекодонов летом стагнация, и они не растут. Поэтому для него это было не критично. Сейчас он уже просыпается. Смотрите, вот у него появляются листики маленькие. Значит, он просыпается. И да, что какое я еще сделала сравнение с своим, к какому выводу пришла. Вот посмотрите на мой. Вот внимательно посмотрите на его внешний вид. То есть почки у него проснулись. Они покраснели, они стали ярче.
вот те побеги, на которых появятся впоследствии листочки. Но листочков еще нет. Этот же, смотрите, он уже с листочками. О чем это говорит? Так как я начала его уже ближе, наверное, к сентябрю поливать, то есть весь сентябрь я его по чуть-чуть поливала, то есть я его пробуждала, но то же самое, как и вот тот свой. Но так как у него торфяная земля, и влага в торфе держится быстрее, дольше, чем вот в этой, в моей намешанной земле, то влаги здесь ему было больше, и он быстрее просыпается. Вот смотрите, у него уже есть листики. Я думаю, это связано с грунтом. Поэтому сегодня я буду сажать его, учитывая вот этот факт. И обязательно ему сделаю земельку пожирнее. То есть вот то, что сидит тот в камушках, он, конечно, прекрасно себя чувствует, но процесс у него замедленный. Поэтому я пришла к выводу, что земля ему нужна не очень бедная. Ну вот, на повестке дня пересадка вот этих красул Беркли в один горшок. В одну емкость я их посажу. Вот эти столбики будут замечательно смотреться все вместе. Ну, прям вообще великолепно. Эти, кстати, красулы в продаже. И вот этот деликадон. Ну и, конечно же, вот эту эхиверию, я вам ее еще сегодня не показывала. Это эхиверия апус. Смотрите, какая красавица. Это гибрид пулидонис. У нее более короткие листики, более пухлые. Вообще она очень замечательная. Ну, вот так, что ли, ее снять. Прекрасно себя чувствую. Сейчас я вам покажу, какая у нее корневая система. Смотрите. Смотрите, что творится. Это вообще бородище. Это всем бородам борода. Вот. Нужно сейчас осторожно будет освобождать вот эти корни. Конечно, многие не сохранятся, корешки. Ей придется наращивать другую корневую систему. Почему вот такая борода? Потому что не было влаги. Потому что она поливалась очень-очень редко, так как я знала, что она находится в торфе. Ну и, естественно, на улице солнце нещадно палило. И вот все равно способность к выживанию у нее прям на высоте. Видите, сколько корней. Именно по краю горшка, там, где была основная часть влаги. Потому что, когда растение находится в торфе, грунт, когда сжимается, вот смотрите, она болтается. Прям болтается, болтается. Вот сегодня я ее приведу в должный образ. Ну и даже больше, знаете почему? Вот все равно ей нормально в этом горшке, и она себя прекрасно чувствует. Вот вы видите, как она выглядит. Ну, хорошо выглядит. То, что у нее засушенные вот эти листья, это ничего страшного. Это значит, когда не хватало влаги, она брала себе влагу вот из этих нижних листьев. Но пересадка у меня, естественно, будет не по этой причине. Она бы так еще отстояла и год, наверное, если ее поливать, заметьте, очень-очень редко. То есть я ее поливала обильно, но где-то раз в месяц. Вот так. То есть я ее прям замачивала в воде. Ну, точно так же, как вот вы видели, я поливала из душа. Но ее я вообще замачивала в какой-то емкости. Она там пускала пузыри, напитывалась полностью влагой. И вот это было где-то раз в месяц. Все. Вот. Сейчас на полках, конечно же, такого делать нельзя. Это первая причина пересадки. И вторая причина пересадки, что вот этот круглый горшок, он займет очень много места и останется очень много от круглого горшка неиспользованной площади. Поэтому мы ее сегодня будем сажать в квадратный горшок. Я вот сейчас посмотрела на свои растения и подумала, что, наверное, надо им уже переезжать на полки. Потому что я их боюсь поливать, а та влага, которую я поливаю, они ее не успевают использовать. Она просто выдувается ветром и испаряется. От холода испаряется еще намного быстрее, чем от жары. Вот смотрю на свои адрамискусы, посмотрите, как они сдулись. Я их поливала где-то дня три назад, причем поливала, прилично поливала. Думаю, как бы не перелить, как бы не, чтобы не охладилась корневая система, но все-таки вот полила. Сейчас взяла этот в руки горшок, попробовала, ну хрустит, шуршит. Просто вот такое чувство, что он 300 лет уже не полит.
Вот это уличное содержание. Поэтому на улице, конечно, проблема перелить, залить, она исчезает. На улице только могут растения свариться тогда, когда почва полита и почва нагревается слишком сильно солнцем. Тогда, когда прям земля аж закипает. Вот. А так, конечно, на улице суккуленты себя прекрасно чувствуют, и проблема залить-перелить, она отсутствует. Ну все, друзья, сейчас я буду потрошить вот эту эхиверию, распотрошу все вот эти растения, и потом покажу уже вам конечный результат. Ну не конечный результат, а именно тот результат, который получился вот от потрошения вот этих растений. Пересаживать будем вместе с вами. Дела, пока освобождала, трындела по телефону, пила кофе. И вот солнышко уже пришло и сейчас все нам освещает. Вот что получилось, смотрите. Значит, это вот у нас красулы. Смотрите, какие у них корни. Они небольшие, как я и говорила, им будет прекрасно в одном горшке. То есть им будет не тесно, совершенно не тесно. Телекодон меня, конечно, удивил. Вот тот телекодон, который я первый сажала, вот этот свой, это тоже мой хорошенький. Вот смотрите, как у него интересно загнуто корневище. То есть вот это был черенок, я так понимаю. Черенок был загнутый. Вот, вот так он шел. И потом его срезали, укоренили. Здесь вместо среза прям такое круглое получилось. Заросло все, вообще идеально все. И корешки он дал по всей длине вот этого срезанного загнутого ствола. И вот тут еще две молодые почки лезут. То есть два молодых побега в будущем. Так, что касается эхиверии. Эхиверия апус. Вот она у нас. Вот такой у нее длинный мочковатый корень. Корни отлетели при потрошении некоторые. Вот. Но вот эта корневая система не принесла линейку. Очень-очень длинная. Вот смотрите. Вот такой длины у нее корень. Это, конечно же, прилично. То есть, когда это растение росло в горшке и распространяло корни само, то есть так, как ему нравится, это было все отлично. Если же мы сейчас посадим вот эти корни, то есть два варианта. Либо посадить ее в супер глубокий горшок, так, чтобы корни эти распределялись полностью вот так вниз горшка. То есть вот эта борода, она касалась дренажа. Но у меня такого горшка длиннючего нет, это надо просто какую-то вазу. Вот, естественно, этот вариант мне не подходит. Поэтому сейчас я ей торжественно отрежу часть корней. Ну, где-то вот так. Подсушу ее. Ну, подсушу как? Я ее просто посажу в сухой грунт. Не буду поливать дня 3-4, чтобы вот эти ранки, они заросли в сухом грунте, чтобы они затянулись. И только после этого я ее полью. Потому что вот такую мочалку сажать ни в коем случае нельзя. Если же мы посадим вот со всей вот этой имеющейся массой корней, и, ну вот горшок у нас, допустим, вот такой, да, но по-любому, вот горшок 9 сантиметров, по-любому, смотрите, вот, вот она даже будет вот так болтаться на поверхности, корни эти будут загинаться по-любому. То есть если мы ее посадим, как-нибудь скрутим эти корни, ну вот распределим вот так в земле, допустим, да, вот туда загнем, все это засыпем землей, корни эти работать не будут. Не знаю, с чем это связано, я уже говорила, при пересадке литопсов корни у растений, у суккулентов, я не занималась давно растениями лиственными, комнатными. Но вот про суккуленты я могу сказать однозначно, что корни должны быть распределены по всей длине горшка. То есть они не должны загинаться. Если же вы их загнете, корневая система работать не будет. Она не будет наращивать молодые корешки сосущие. Она не будет, вообще не будет развиваться. Просто эти корни будут медленно отмирать, вызывать загнивание почвы, и, естественно, от корней пойдет загнивание ствола.
И ваша эхиверия, в конце концов, ну не только эхиверия, вообще ваш суккулент, он просто-напросто сгниет, рассыпется на листики. И вот этот момент нужно учитывать. Он основной при пересадке. Даже не важно, в какой вы грунт сажаете, вот этот момент является самым основным. То есть корни должны быть распределены по всей длине горшка именно ровно, именно уходить вглубь горшка. Вообще прикольная, конечно, эхиверия. Я уже говорила, что мне нравятся все гибриды Polydonis. Вот этот гибрид, это здесь скрещено два растения, Polydonis и эхиверия Elegans. У меня Elegans, наверное, есть. Сейчас я вам покажу ее. Вообще это Elegans albicans. Ну, приблизительно вот ее второй родитель. Вот та розеточка зеленая, которая покрупней. Это она. Кстати, я еще считала, что вот этот вид, вот этот вид, эхиверия геркулес, она тоже самая является гибридом этих двух растений. Ну, возможно, Elegans была какая-то другая гибридная у того человека, который выводил их. Ну, вот просто факт, что два растения, но они, конечно же, разные. Но вот это маленькое еще растение. Но все равно заметно, что форма листьев другая. У геркулеса листья плоские, приплюснутые, каемочка такая, более тонкая по листам. У апуса же листья жирные такие, массивные, очень тяжелые, мясистые. Ну, про форму сейчас вот сравнивая два этих растения, сказать ничего нельзя, потому что я еще раз говорю, то, которое справа, геркулес, оно очень маленькое. Ну, не очень маленькая, но 5 сантиметров ему, у него объем розетки. В общем, тут еще ничего нельзя сказать про форму. Это же растение уже ему, наверное, года 3,5, учитывая, сколько он листьев отсушил, этот экземпляр. Он был, конечно, огромный, он был большой. Сейчас, конечно, я занесу их на полки, и оно раскинет листья, потому что свет от ламп не сравнится со светом солнце, и тем более еще погодные условия тоже влияют на это очень хорошо, потому что сильная жара, она вот именно в такой вид приводит растения, в которые вы видите, сильная жара или сильный холод. То есть растение, нам, конечно, нравится этот вид, вот именно вид растения, не сорт, а именно вид, когда розетка закрывается, когда она компактная. А почему она так делает? Потому что она прячется, как бы защищается от тех внешних условий среды, которые на нее влияют. То есть от яркого солнца она закрывает листики, от холода она тоже закрывается, как бы скрючивается, да? И вот такой интересный вид у нее получается. Те розетки, которые в комнате, они немножечко не так выглядят. Ну, по крайней мере, у меня. Я видела коллекции, у которых у людей под лампами выглядят растения шикарно. Ну, приблизительно так же. У меня пока не получается достигнуть такого результата, потому что у меня маловато освещения. Так как растений много, и, соответственно, ламп нужно очень много. А у меня сейчас даже не на каждой полке по две лампы. Это мало. Чтобы достигнуть идеального результата, чтобы растение было яркое, окрашенное, как на улице, или даже лучше, потому что под лампами суккуленты даже ярче бывают, чем на солнце, потому что солнце выжигает этот окрас из суккулентов. Вот к такому виду нужно, ну не то, что нужно стремиться, а можно достичь такого вида, когда у тебя очень яркое, мощное освещение комнатное. Это достигается лампами. Вот у меня лампы 18 ватт, на некоторых полках по 2 лампы. Этого, ну, я считаю, как бы достаточно для того, чтобы растение, ну, хотя бы не тянулось. Но чтобы оно было вот таким, этого количества освещения мало. То есть 36 ватт, 18 и 18, 36, этого мало. Чтобы вот таким оно было, наверное, надо по 100 ватт на каждую полку. Ну все, опять я разговорилась. Начинаем посадку. Сейчас я сначала посажу красулы. Буду я их сажать, ну, снимать я не буду, как я их буду сажать, по такому же принципу, по какому я вчера вам показывала, сажала литопсы. То есть горшок наклоняю,
укладываю растение вот так, на бочок кладу горшок, укладываю растение так, чтобы корни распределялись полностью по всей длине, засыпаю и потом на другую сторону переворачиваю и сажаю третье. Ну, так распределю, вот сейчас примерю, чтобы они друг другу вот этими шишечками, побегами молодыми не мешали. Вот все, что получилось у меня с красулами. Посадила я их вот в этот горшочек. Сейчас еще под одну красулу найду какой-нибудь камушек и подсуну, чтобы зафиксировать вот под эту. Потому что, ну, опять неудобно мне вообще левой рукой работать. Почему камушки? Потому что сейчас корневая система у них еще не принялась, не начала работать, и растение будет падать. Вот, когда оно уже зафиксируется само в земле корнями, тогда в этих камнях-подпорках необходимости не будет. И еще я для чего подкладываю, для меня это тоже важный момент, вот именно в моих условиях, для того, чтобы они не свисали за стенки горшка, и когда буду ставить на полке, чтобы одно растение своим присутствием не мешало друг другу, и чтобы нечаянно не травмировать растение. Вот, я их сейчас посадила вот так. Я их поливаю сразу. Вот при вас я поливаю. Вот так. Ну, достаточно нормально поливаю. Не чуть-чуть, потому что растение не пересушено, корни у него живые. И чем быстрее посадишь вот такое растение, тем меньше последствий. Когда вы получаете засушенное растение, ну, в смысле, которое идет в посылке там несколько дней, вы его поливаете чуть-чуть, чтобы дать корням адаптироваться и чтобы не ввергнуть растение в состояние шока от того, что оно слишком долго было пересушено, и тут бац, и все, корни полумертвые, они еще спящие, и вы тут их прям раз и полили. Вот это может вызвать загнивание корней, поэтому растения, которые вы получаете в посылках, ну, такие вот достаточно, которые идут дней 6-7, там 5 даже дней, 4 дня, вот такие растения нужно просто поливать с осторожностью первое время по чуть-чуть. Но опять как по чуть-чуть? Вот чтобы корни смочить. Вы можете просто даже их взять и подержать в воде немножко. Именно не само растение, а просто корни. Но чтобы они слегка почувствовали влагу и в таком состоянии уже сажать. А только на следующий день вы поливаете немножко, а потом там по прошествии 2-3 дней уже еще побольше поливаете. Так, ну вот сейчас еще я полью ее. Я уже говорю, что здесь корни живые, и вот этот полив, он будет не страшен. Вот после такого полива теперь я ее буду поливать только дней через 9-10. Все, красулу мы с вами посадили. Ну вот, по тому же принципу я посадила телекодон. Ствол у него вот здесь, тот, который я вам показывала, загнутый. Вот так он идет. Достаточно вот стволик я углубила, но вот я касаюсь его, и вот он шевелится. То есть практически он на поверхности. Может быть, даже стоило немножко пониже. Ну, в общем, сейчас проэкспериментирую. Вот я его поливаю. То же самое поливаю я его хорошо, потому что корни живые. Сейчас эта вода впитается, потому что почва сухая, вот она еще стоит. Сейчас она впитается, и мы посмотрим, что там у нас будет. Так, тут вот где-то должны быть эти две шишечки, которые молодые побеги. Так, один вот он, а второй, нет, это не он, это песчинка. А второй где-то еще. Ну, одним словом, нормально. Я считаю, нормально. Корни идут вниз, шишечки практически на поверхности. Все с ним хорошо, они впоследствии пробьются. Ну вот сейчас сажала, опять оторвала махонькую пипку. Ну что ж такое, а? Ну так жалко, ну бедный мученик. Ну все, я обещаю, что я больше к нему вообще не прикоснусь, кроме полива. Мой ты золотой, сколько ж ты выстрадал от неосторожных движений. Так, еще сейчас полью. Все, я уже думаю, что земля, вода пропиталась глубоко вниз. Ну, из дренажных отверстий не льется, но нам этого и не надо. Вообще, конечно, сегодня я такое безобразие не делаю на окнах, при таком, тем более, ветре.
Но это вот просто на камеру я сегодня сажаю, чтобы было наглядно видно. Вот сейчас мне в помощь пылесос, влажная тряпка после посадки. На окнах, конечно же, я этого не делаю. Я вообще выхожу в коридор и там занимаюсь всеми вот этими пыльными земляными работами. В общественный коридор. Я живу в квартире. Ну, возле своей двери там делаю, но чтобы в лишний раз не пылить в комнате грунтом. Так, все, второе у нас готово. Осталось только промыть горшочки. И все замечательно. Но осталась у нас эхиверия. Не знаю, как лучше снять. Наверное, вот так. В левую руку возьму телефон. И сейчас мы с вами торжественно ей отрежем вот эти корни, которые болтаются. Вот где-то на таком расстоянии. Все, мы ей сделали стрижку. Все, эти корни лежат здесь. Сейчас посмотрю, какая длина у них. Ну, нормальная, я считаю, длина. Нормальная, все будет с ней хорошо. Все, вот в таком виде я ее сажаю. Сажаю, точно так же наклоняю горшок, опускаю корни, чтобы они распределились полностью по горшку, и засыпаю со всех сторон. Потом горшок трясу, так как грунт сухой, и вот эти частички грунта, они примут другое уже положение. Ну, чтобы максимально утрамбовать. Ну, не до такой степени, что прям вот толочь ее чем-то. Ну, чтобы грунт, который потом впоследствии осядет, уже не будет слишком низко. На дно горшка дренаж. Потом насыпаем слой грунта. Ну, так, чтобы вот этот слой грунта был возле основания корней. То есть вот эти обрезанные корни у нас упираются в грунт. Все, вот в таком положении я ее держу и засыпаю землей с разных сторон. Друзья, ну все, посадила. Вот этот еще важный момент. Вот так пальцами землю не продавливаем и не утрамбовываем. Почему? Потому что корни, те, которые начинают нарастать, им проще будет развиться в рыхлом грунте, нежели в спрессованном монолите. Просто вот трясем, но это я сейчас трясу, потому что по-другому я никак не могу сделать одной рукой. Ну, вот так вот бьем, утрамбовываем. А вообще я бью вот так двумя руками со всех, с двух сторон горшок, и чтобы земелька эта там просыпалась. Все, она просыпалась, больше никаких лишних движений. Еще раз говорю, что вот эту эхиверию с обрезанными корнями я не поливаю дня 4-5. Ой, все в пыли, весь экран в пыли, ничего не вижу. Вот, потом после прошествия этих дней я ее полью и все уже буду дальше наблюдать за ее состоянием. Но полью уже так, чтобы влага промочила все корни. То есть, чтобы вода не выливалась из дренажных отверстий, но чтобы она распространилась хотя бы вот, вот до сюда. До дренажа, одним словом. Вот здесь дренаж, и вот до дренажа влага была распространена. Сильно в первый раз тоже не поливаем. Имеем в виду, что растение находится в состоянии стресса. И ей нужно этот стресс минимизировать. И не смотрите на то, что эхиверия ваша будет вянуть. Листики у нее станут морщинистыми. Тургор у нее пропадет. Она станет мягкой. Вот в этих случаях всегда новички начинают паниковать. Ой-ой-ой, все, она вянет, надо ее срочно полить. Нет, не надо ее срочно полить. Это не лиственное растение, это суккулент. Она у вас в таком состоянии может жить много месяцев. Поэтому для нее это не страшно. Страшнее будет ей именно вот эта влага, которую вы ей дадите. Да, еще хочу сказать то, что вот эти растения пересаженные и политые я сегодня уже выставлять на улицу не буду, потому что, ну, сейчас можно там на несколько часов до вечера, вот, но потом их нужно обязательно заносить с улицы, потому что ночи холодные и корневая система охладится. Я вот сейчас еще подумала, почему мои суккуленты не пьют ту влагу, которую я им даю сейчас, потому что корни работают только при нормальной температуре,
20-25 градусов. Чем ниже температура, тем замедляется работа корней. И при холодных условиях содержания корни не работают. Поэтому вот на зиму устраивают суккулентам спячки, потому что зимой вот в состоянии спячки, в холодных условиях, при температуре 6-10 градусов суккуленты сохраняются идеально. То есть им не нужна недосветка, им не нужен полив, они просто стагнируют и спят, дожидаются лучших времен. Но так как у меня, допустим, нет таких условий, где я могу им устроить зимнюю спячку, здесь совсем другая картина получается. Но вот в условиях холода корни не работают, и та влага, которая поступает в грунт растениям, она становится губительной. Корневая система охлаждается, растение начинает загнивать. Вот, поэтому я сейчас с огромной осторожностью поливаю свою коллекцию. Вот полила сейчас, потому что они уже прям, ну, совсем как тряпки, полила. Но опять сейчас светит солнышко на них. До вечера они успеют впитать хоть какую-то там часть влаги. Вот, но так как я полила не очень много, то я думаю, это будет им не очень страшно. Вообще, конечно, все зависит от самого растения, от иммунитета растения. Какое-то растение в таких условиях выживет, напитается водой, приподнимет листики, а которые будет вянуть-вянуть и начнут загнивать корни. Это как люди. Вот вроде, ну, опять пример такой на людях из жизни. Вроде два человека, вроде растут в одной семье, два брата или две сестры, там даже, можно сказать, близнецы. Но они не то что разные по состоянию, по внутреннему состоянию, по характеру, по внешнему виду, но у них еще и разное здоровье. Вроде родила их одна мать, они родились от одних родителей, но вот иммунитет у каждого свой. И то есть какой-то болеет постоянно, чуть простыл и уже все, закашлял, зачихал, температура. А какой-то и пофигу ему. Вот у нас такой пример, два брата есть. Один до сих пор бегает в шортах на улице. Люди ходят в куртках, он бегает в шортах. Ему как бы мама не смотрит на это, не обращает внимания. Ну, это, конечно, мамин минус тоже. Но вот иммунитет у ребенка сильный, то есть он не заболевает. А второй у них из больницы не вылезает. Только смотришь, бабушка его повела в больницу. Ну, вот так. И то же самое с растениями. Мы не можем предугадать и не можем знать, какой иммунитет у наших растений. И вот одному в наших условиях будет прекрасно, а другой будет постоянно чаврить, чахнуть. Ой, растения, конечно, не изучены. Многое не изучено. Очень мало вообще информации по суккулентам. Я когда начинала заниматься суккулентами, я в основном опиралась на видео Георгия. Ну, Георгий как бы тоже говорит общие моменты, вот какие-то там нюансы, тонкости он не рассказывает. И вот пришлось самой доходить до этого. И теперь делюсь этим с вами. Конечно, немного я изучила, но там хотя бы какую-то частичку. Я рада, что я могу это вам донести до вас, подсказать вам что-то. Одним словом, будем дружить. Ну все, друзья, это было видео про посадку и хиверии, в том числе и красулы, и в том числе телекадона. Вот земельку я ему сделала пожирней, как я уже говорила. Потому что в жирной земле влага держится дольше. Ну и я так посмотрела, что раз он в жирном торфе начал выпускать листья быстрее, чем вот то пересаженное растение в мой рыхлый грунт, то вот решила все-таки не лишать его. Ну вот смотрите, пипка оторванная мотается. Это ж я ее оторвала. Вот она. Безобразие какое. Они не укореняются. Эти оторванные маленькие пипки телекадонов не укореняются. Вот сколько было обломанных макушек. Вот с того растения обломана макушка. С этого очень много побегов было обломано. Вот весь ствол был вот в этих в наростиках, в побегах. Вот. И все вот эти оторванные части, в том числе и макушка, одна и вторая, они не укоренились. Они моментально засохли, в общем, я их не смогла укоренить. Ну, шибко не укореняла, но видно было сразу по растению, что это бесполезно.
Видимо, они укореняются, когда набирают силу. Вот как вот этот вот черенок, он был укоренен. Я вам уже показывала, что у него загнутый ствол, и он потом впоследствии дал корни. Во взрослом состоянии, видимо, да. А малыши, вот эти маленькие тоненькие побеги, они засохли сразу. Поэтому я даже не знаю, куда отвалилась эта пипка. Я ее даже искать не буду. Это бесполезно. Ну вот, друзья, все. Солнце прям светит, хорошо так светит. Ветер сильный, но тепло. Достаточно тепло еще для октября. Сегодня 9 октября. Очень даже хорошая погода. Правда, сушь стоит. Вообще у нас ни одного дождя не было. Для суккулентов-то и для меня это хорошо, а для природы ужасно. Вот. Детки мои сейчас просто набирают компактность и набирают окраску. Расти они сейчас не растут. Поэтому многие детки у меня еще не выставлены на продажу, потому что они слишком-слишком маленькие. Они сейчас не растут. Я думаю, когда мы приедем с ними на полках, там процесс пойдет быстрее. Вот только вспомнишь, они появятся. Вот тут внук с бабушкой, о которых я говорила. Ой. Ну все, друзья, прям так хорошо здесь, вот высунешься и смотришь, смотришь. Кстати, смотреть на растения очень даже нужно, не потому что ты любуешься их красотой, и это, конечно, тоже, но основной момент — нужно всегда очень пристально рассматривать свои растения, чтобы опередить какое-то заболевание и предотвратить его, тех же вредителей. Я вчера очень долго смотрела на свои хавуртии и обнаружила на одной из них клеща, не паутиного, а маленького красного клещика. И сняла там 6-минутное видео, выложу вскоре тоже в интернет. Там освещенность, конечно, не очень, но сам принцип обработки виден. Что я с ними делаю и как я обрабатываю растения от клеща. Вот, поэтому, если бы я вчера не подошла и долго не смотрела на них, я бы этого клеща не увидела. Поэтому это, конечно же, тоже необходимо делать в целях предотвращения каких-то заболеваний и вредителей. Ну все, друзья, всем спасибо за просмотр. Ой, хотела еще показать вам, какой лошадью у меня стала Эхиверия. Забыла, как ее зовут. Вот это. В голове болтается Верона Фиона Фретайс. Окрас, не знаю, виден будет или нет, но размеры, конечно, у нее внушительные. Устрашающие размеры для моих полок. Просто ужасно. Вот куда она прет, и кто ее знает, она растет на длинной-длинной ноге. Вот такая у нее пышная макушка. Ну, конечно, вид интересный, вообще растение интересное, но слишком громадное. Это растение для теплиц. Если ее посадить еще в большую емкость, она вообще вырастет гигантом. Вот. Ну, у кого место позволяет, почему нет? Она очень красивая. У нее такие переходы тонов интересные. Она как хамелеон. Она каждый день разных оттенков. Ну все, друзья, всем спасибо за просмотр, всем здоровья, счастья, добра и хорошей погожей осени. Пока-пока!